Поехали мы в Карманово. Второй раз в этом году, да, Антоха? Да. Ты уже третий. Я первый. Да, Дамир первый, да, это Дамир, это Антон. Мои коллеги, товарищи. Вот планируем сегодня взять хорошего амура, если получится. Ну и проныряться, как говорится, смочить жабры. До этого встретили подводников из Янаула. А у них особо не было рыбы. Вот жесткий снег, вообще пурга. Вот подводные охотники вышли. Особой рыбы нет. Коллег встретил. Пару карасей. Да, отсюда. Антоха. Ну что, Антон, что скажешь сегодня? Ну что, надо раздеваться, переодеваться. Да. И в бой, да. То, что пацаны не взяли, может, мы возьмем что. Ну, может, нам оставили, да, как говорится. Ну, сейчас посмотрим, что взял. Сколько у вас трое, да, парни? Да. Третий, второй подводник. Радик, расскажи, что по рыбе вообще есть? Как прозрак? Рыба в море. Рыба в море, да? Да. Что рыба было? В море. А, в море, рыба в море, да. Что, по крупное что-нибудь видел, может? Да. Что видел? Камни крупные. Камни. Так, все, мелочь, да? Ничего особо нету. Конструкции, сооружения подводные, крупные. В общем, смысла нет, да, плавать здесь? Да, не приезжайте в Карманово. Всем подвохам рекомендую в Карманово не приезжать. Наконец-то, оставьте рыбу местную больше рыбу, да. В конце концов. Да, действительно, здесь два часа доплавали. Два с половиной часа плавали где-то. Сколько мы плавали? Мы больше машину выкапывали. Да. Ну, часа два парни плавали, то есть особо по рыбе не хвастаться. Ну, как говорится, хотя бы что-то на сковородочку взять. Ну ладно, спасибо, парни, что сказали, что есть. Приезжайте пить водку. За рыбу не приезжайте. Забудьте, да, что такое Карманово. Ты сделал выводы, ты куда нас привез? Пацаны так-то дружелюбные, да? Да, ты куда нас привез-то, блядь? Где обещанные там амуры? Ну сейчас пацаны увидят, я расскажу все сейчас. А не так он уже, другую не приезжайте камеру сюда. Доставай, да? Да. Не приезжайте там, лясим-трясим. Демонстрируем наши маячки, вот они. Которые светятся в воде. То есть, чтобы друг друга видеть, дай мне покажи свой маячок. Он уже давно с ним плавает, вот он. Крепится, как видите, да? Вот здесь будет моргать. Мой моргает? У меня вода сидит. Вот такие дела. В общем, говорится, с Богом, друзья. Thank you.
Вышел из воды, проплавал 4,5 часа. К сожалению, так чисто водителю пару карасей взял. На видео вы это видели. Был амур один примерно, килограмм на 4, на 5, где-то так. На семерке. Примерно 7 метров. Там был термоклин. То есть я вышел на него, только хотел стрельнуть, он ушел. Но не получилось. Ребята тоже особо не взяли, так пару карасиков буквально водителю выцепили. Но зато я снял садки. Там море карпов. Там разные. 3, 5, 7 килограмм. То есть вы это увидели уже в видео. Столько эмоций было. Но сразу всем хочу сказать, чтобы я делал просто съемку. То есть оттуда рыбы, ничего и так далее. Там чужое имущество как-то повредить я не хотел и не делал этого. И вам тоже советую. Просто посмотреть, душу порадовать, поплавать, отдохнуть, съездить. Вот такая охота. Второй раз приезжаем, как-то не получается у нас здесь. Ребята тоже, видео вы видели, ничего не взяли. Потом еще трех охотников мы видели, они тоже часа 4 плавали, вообще ничего нет у них. Ну вот так пока не сезон, значит. Если вам понравились садки и карпы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующей охоты, друзья!